всех с Байрамом, мусульман, их жен, их семьи поздравляю, мои хорошие. Короче говоря, сегодня мы захотели покушать пиццы, и я вот, посмотрите, какой у меня бардак, вообще кошмар, только, блин, вчера целый день убирала. Вот такая вот у меня пицца, думаю, как бы вам заснять это. Это, короче, болгарский и сыр, вот такая вот у меня пицца вторая. Колбаса, помидоры, сыр, это масло, там не пугайтесь. И третья пицца у меня. Помидоры, сыр и оливки. Все быстро-быстро, сейчас сварю здесь суп с мальтов. Вот такие мальты, не знаю, хорошие или нет. Вот такие они. Попробуем первый раз, мой муж захотел жидкое. Ну вот варю ему, вся в делах, мои хорошие. Будем кайфовать сейчас. Мы не хотели ничего другого, а хотелось именно домашний такой. И еще, мои хорошие, я сегодня приготовила вот такое вот печенье. Оно вам знакомо. Посмотрите, какое красивое вышло. Вот, мои хорошие, очень пышное вышло, вкусное. Короче, всем счастливых праздников, люблю вас и целую. Пока-пока. Мои хорошие, досталось только с печки, с духовки. Посмотрите, это у меня пицца получилась, болгарский сыр. Это колбаса и помидоры. А это вот именно помидоры, сыр и оливки. Посмотрите, какая красота. А еще я сделала суп манты. Видите, как моя свекровь мне научила, моя золотая. Вот сейчас мы будем кока-колу пить. Кока-колу мы пьем. Я пью очень редко, и то шекер, то есть без сахара. Всем приятного аппетита, мои хорошие! С праздником Байрамом!